В микрорайоне Бердска водитель в состоянии опьянения решил скрыться от сотрудников ГИБДД. Однако все его попытки оказались безуспешными. Подробности далее. Ночные гонки двух приятелей по дорогам Бердска обернулись травмами, разбитым автомобилем и лишением прав вместе со штрафом в 30 тысяч рублей. 12 сентября мужчина за рулем автомобиля марки Nissan не выполнил законное требование сотрудников ДПС об остановке и решил скрыться в направлении улицы Черемушная. Однако не справился с управлением и влетел сначала в дорожный знак, а после в световую опору. На территорию города Бердска. 01 час 50 минут. Водитель 1999 года рождения. Был оформлен по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях отказ от прохождения метасвидетельствования. На автомобиле Nissan не выполнил законное требование сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД об остановке. Продолжил движение по улице Микрорайон в направлении улицы Черемушная. И у дома номер 27 не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, дорожный знак, после чего наезд на световую опору. Судя по всему, захватывающие гонки с сотрудниками ГИБДД запомнятся надолго и водителю, и пассажиру иномарки. В результате ДТП пострадал пассажир, мужчина 1997 года рождения, который с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение. Водитель с явными признаками опьянения отказался от прохождения процедуры медосвидетельствования. По статье 12.26 ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.